О чем попросил Агаларов, выводя команду на игру эту, в первую очередь? Ну, как обычно, дружнее играть, сплотиться и друг за друга, помогать друг другу в игре, подсказывать, что мы сделали. А самый тяжелый, наверное, момент матча какой? Может быть, после первого гола или в стартовый момент? Ну, лично для меня начало получилось очень тяжелым, как-то тяжело было разбегаться. И во втором тайме, когда забили первый гол, вот тогда тоже как-то такой момент был, скользкий счет, и как-то морально тоже тяжело получилось в тот момент. Во второй забили, как-то полегче стало, уже отошли, поувереннее как-то играли и довели дело до конца. Вот так. Ну, вы так довольно спокойно говорите об этой победе. На самом деле эмоции были в раздевалке, может, там, ребята, может? Конечно, настроение хорошее сейчас, эмоции, конечно, положительные, но как-то хотелось бы как заглянуть в турнирную таблицу и увидеть, как-то, что мы поднялись повыше. А так, конечно, настроение хорошее.